5-1, да? Игры пока не было. Гостя только подавал подачу. Вот. Сделал один хороший удар. А вы забиваете смешно. То есть, в принципе, тоже без игры. Да? То есть, надо как-то создать игру, Олег. То есть, игры пока при счете 5-1 не было. Не очень далеко, а слишком высоко. То есть он легко успел туда и легко сделал удар. Если был пониже, тогда ему было сложнее. Да, то есть надо понимать, ну как бы вот, что при счете 5-1 игры пока не было. То есть надо ее создавать. То есть 6-1 на ровном месте. Мы просто ее, ну как, просто наши пальцы. Игры нет. Очень хорошего качества. Если под закрытую, то шансов, что хорошего качества удар прилетит, гораздо меньше.
Опять, вот вы вроде атаковали, да? Сетки хорошего положения. Но опять атаковали под открытую руку. Чуть-чуть он не долетел, вы получили хороший удар. Зачем? Отыграйте ему в закрытую. Thank you.
когда вот туда шел, я прям видел на сетку, прям вот так не хотелось туда идти. Движение очень круто.